Острая люстра. Поехали, получается, на исправление. Ну как на исправление, тут замена полная. Вот когда люстру неправильно ставят, вот что происходит. А вообще лучше поставить, конечно, светильники наши. Красивые. Да. Да. Ну, короче, вот так вот может быть. Это получается, стрелка пошла от самореза, от крепления люстры. И вот так она сначала чуть-чуть, и потом пошло, и вот дошло отсюда. Тут получается от самой люстры до 3 сантиметров 50 уже стрела отъехала. Это хорошо, что еще скотч заклеили. Офигеть, смотрите, дырище. Офигеть. Да. Это что такое? Это? Не, провода что оторваны здесь. Они оторвались. А, просто оторвались, ничего страшного. Да, ничего страшного. Ну, короче, вот смотрите, видите, что произошло. Стрелки пошли от самореза. Вот от этих крайних, от этого и от этого. И все разорвалось. Вот так вот бывает. Короче, мы поняли, из-за чего проблема. Тут нету термокольца. То есть кольцо отсутствует. Из-за этого вся проблема, все порвалось. И теперь смотрите. Короче, вот тут вот. Короче, там было в зале вот так же, какие здесь сейчас на кухне. Видите, термокольца нет. То есть, по сути, тут тоже может порваться. Но мы наклеим сюда кольцо, нормально все сделаем, чтобы не порвалось. Вот так вот. Получается, клиенты купили квартиру, как бы, тут, ну, нас вызвали, чтобы поменять потолок. Вот так вот. Короче, не экономьте на натяжных потолках. Не заказывайте у непрофессионалов и... Не знаю, на этом лучше не экономить. Лучше вызовите нас, немного переплотите, но все будет нормально. Ну да. Они так и давно и сделали его. Ну, в смысле, не судя, сухой ничего, да? Судя по гарпуну. А, ну да, гарпун уже свежий, уже. Кстати, да? Ну понятно, термокольцо не приклеить, это глупо, не знаю, это, блин, это жесть, короче.